Приветствую вас. Нужно понимать, что психологи не дают советов. Нужно понимать, что психологи помогают человеку разобраться в себе, да, но ни в коем случае не дают советов, потому что таким образом это просто-напросто привязывает человека вот к, ну, допустим, к тому же психологу, да, ну, вот, и по факту, ну, ничего хорошего из этого не происходит, ничего хорошего не получается, вот, поэтому нужно понимать, что психологи не дают советов, мы помогаем, вот, в себе разобраться, мы помогаем, вот, советов мы не даем. Это было бы неправильно. Наверное, все-таки. Это такой момент. Это такая ситуация. Дальше. Значит, в первую очередь необходимо иметь в виду влияние, иметь в виду влияние, иметь в виду значимость, значит, традиций и обычаев. То есть, если девушка позволяет себя насильно отдавать замуж, да, вот, то, да, и боится своих родителей, да, вот, то, ну, скорее всего, ситуация вот ну, в ближайшем времени ситуация не изменится. То есть, если девушка боится, собственно, своих родителей, то это, ну, не изменится, вообще не изменится. И вам, на мой взгляд, необходимо это понимать, что ситуация, скорее всего, останется такой же. И тому, в общем и целом, способствует, в первую очередь, именно традиция. Вот. Поэтому это вопрос, выбора. Это вопрос вашего выбора, это вопрос выбора девушки, что она хочет, да, что она выбирает. То есть тут необходимо понять, что какого-то такого вот единого правильного решения нет и в принципе быть не может. Что либо будет недовольна она, девушка, в смысле, либо будут недовольны ее родители, вот, и по большому счету все. Поэтому идея заключается как раз-таки в том, чтобы выбрать. А вам же, в свою очередь, нужно определиться с природой вашей симпатии, природой вашей нуждаемости в девушке для того, чтобы стать, ну, наверное, все-таки менее зависимым от нее. Потому что сейчас, мне кажется, вы слишком зависимы, да, вот если вы говорите, что
Можете без нее, если вы говорите, что вот прям, ну прямо не можете без нее, да, то, ну, вот это очень такой вот показательный момент, что девушка, да, слишком много значит. Вот, слишком много значит для вас. Девушка, это не очень хорошо. А вот. Для вас это не очень хорошо, потому что это уже больше, например, зависимость, да, вот, то есть вы уже, ну, в большей степени зависимы от нее, вот. Это, ну, довольно негативный фактор, это довольно негативный момент, вот. Для вас. Вот. Поэтому так вот необходимо, чтобы зависимость, ну, не была большой, вот, чтобы зависимость не доминировала, грубо говоря, над вами, чтобы зависимость не определяла вашу, ну, вашу модель поведения, скажем так, вот, чтобы вы были независимы, то есть, да, чувство к девушке это важно, чувство к девушке это ценно, но чтобы вы при этом помнили о себе, вот, чтобы у вас был при этом свой собственный путь, свое собственное, ну, своя собственная позиция, вот, и чтобы, грубо говоря, будущее ваше от девушки вот настолько, настолько сильно, наверное, не зависело. Вот, для этого необходимо определиться с тем, чего именно вы хотите от девушки, какие именно чувства вы испытываете к ней, что именно вам нужно в ее, вот, ну, в ее контексте. Вот, и, соответственно, этот момент необходимо разобрать. Вам этот момент необходимо поисследовать, вот, для того, чтобы как раз таки, ну, разобравшись в себе, да, чтобы понять, что же вам нужно по итогу, в чем вы нуждаетесь по итогу. Вот. Мне кажется, что это такой достаточно важный момент. Вот. И вы можете все это поисследовать. Вот, в принципе, то, что вам нужно делать. Скажу сразу, что здесь правильных решений нет и быть не может. По сути, здесь столкнулись лбами две такие мощные стороны. Это догма, да, это догма и чувства, вот, и, соответственно, подобное противостояние вполне себе понятно, вот, важно, чтобы вы его разрешили, ну, наиболее таким вот приемлемым способом для себя, вот, что это за приемлемый способ. Я надеюсь, вы понимаете, что это за приемлемый способ. Я надеюсь, вы понимаете,
Вот, то есть, да, то, что вы, то, что вы для себя решите, вот, ну, что, вот, в каком направлении вы решите двигаться, в каком направлении вы решите идти. Вот что вы решите делать. И соответственно это и будет являться выбором. Вот. Но повторюсь, что именно советов психолог не дает. Именно советов психолог не дает. А вот. Дальше вы говорите, как мне вернуть девушку, да, если там вот ее, грубо говоря, там насильно дали замуж, да, ну, совсем очевидно, наверное, что никак, потому что, ну, если девушка сама не разведется с своим мужем, то никак. Вот, то есть здесь либо вы отказываетесь принимать вот ситуацию вот такой, какая она есть, да, даже если она неприятная, ужасная. Вот, и отказываетесь ее принимать, отказываетесь исходить из этого, вот. Либо вы, ну, не решаетесь делать то, что нужно сделать, то есть я имею в виду, вот не решаетесь на какой-то, ну, может быть, на какой-то поступок не решается, вот, который необходим в этой вот ситуации, да, чтобы, ну, чтобы проблема решилась. Вот. Это опять же, ну, вопрос. По большому счету это вопрос к вам. Да, то есть это вот вопрос именно к вам, это вопрос к тому, чего вы хотите, это вопрос к тому, что вам нужно, это вопрос к тому, на что вы готовы ради. Ну, ради девушки, да, своей. Вот, в принципе, это вот к этому вопрос. Вот, и, соответственно, вам уже решать. Этот момент вам решать. Отвечать на это вам. Вот. То есть, ну, вполне очевидно, что ситуация непростая, вот, вполне очевидно, что ситуация непростая, вполне очевидно, вот, но какое-то решение, мне кажется, принять все же нужно, вот, потому что в противном случае вы рискуете просто-напросто застрять в ну вот в этом состоянии, вот, и не двигаться там никуда дальше. Вот, а мне бы, ну, я думаю, что вам этого не хотелось бы, скорее всего. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.